Такое возможно увидеть только раз в год. В Москве завершился грандиозный фестиваль «Круг света». Его участниками стали лучшие виджеи мира. За необыкновенными световыми инсталляциями наблюдали и журналисты из разных регионов страны. В пресс-туре правительства Москвы принял участие мой коллега Дмитрий Ковалев. В назначенный час ночное небо Москвы озаряют световые установки и залпы салюта. Вот так тысячи люминов и прожекторов способны спроецировать на фасадах зданий шедевры искусства, полотна известных на весь мир художников. С помощью света на фасаде МГУ оживает история главного вуза страны. В инсталляции о прошлом и настоящем университета применили множество 3D-эффектов. Кажется, что до картинки можно запросто дотронуться рукой. Здесь работают невероятные экспериментальные установки, способные вывести человечество Это мультимедийное шоу претендует на мировой рекорд. Такого и действительно не делал никто. Здание МГУ, словно огромный экран, впервые в рамках фестиваля «Круг света» презентовали и анимационную картину о хранителях природы. Над ее созданием трудилась целая армия светодизайнеров. Фестиваль «Круг света» в этом году побил все рекорды. Грандиозные представления проходили на 6 разных площадках. За 5 дней их посетили более 7 миллионов человек. И это только предварительные подсчеты. Все уникальные технологии сегодня в Москве. Уникальные технологии. И очень приятно, что не только мировые, но мы способствовали, проинициировали создание целой отрасли. У нас в России появляются сегодня интереснейшие лаборатории, коллективы. Уже в этой отрасли работают десятки тысяч людей. Организаторы фестиваля ожидают, что в следующем году география участников расширится. Проявить себя приглашают и светодизайнеров из Чувашии. Дмитрий Ковалев, Республика, из Москвы.